На паркет выйдут танцоры. Любители, я приглашаю всех, все пары, все шесть финалистов на паркет. И предлагаю вам, уважаемые зрители, не останавливаться в ваших аплодисментах, потому что пары сегодня просто великолепные. И первый танец этого финала. Ча-ча-ча. Thank you, Ross. To be beautiful, to turn me on, I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me on, babe, just leave it all up to me, gonna show you what it's all about. Ваши бурные аплодисменты, уважаемые зрители. Какая пара сегодня победит? Какая нравится больше всех? А следующий танец этого замечательного финала – самба. Thank you, Ross. Финале под номером 95 Антон и Анастасия. Пара номер 113 Михаил и Анастасия. Тем временем пары меняют настроение, выбирают место на площадке. И уже готовы исполнить для всех нас третий танец этого финала. Румба. Thank you, Ross.
великолепная чувственная румба от 6 финалистов Кубка мира. И ваши аплодисменты, уважаемые зрители. В этом финале под номером 114 Клемен и Александра. Пара под номером 121 Дмитрий и Карина. Я приглашаю пары подготовиться к исполнению четвертого танца этого финала. Пасодобль. Thank you, Ross. Ваши бурные аплодисменты, уважаемые зрители. В этом финале пара номер 126 Илья и Арина. Пара номер 137 Александр и Алина. И у них остался всего один танец. Это будет заключительный танец «Джайв». И, конечно, им нужна ваша поддержка, уважаемые зрители. Великолепные 6 пар. Одни из лучших пар мира у нас сегодня на паркете. И я приглашаю их подготовиться и исполнить заключительный танец финала «Джайв». Thank you, Ross. Аплодисменты, уважаемые зрители. Великолепные 6 танцевальных пар. Финалисты Кубка мира, любительской лиги Всемирного танцевального совета –